Вот мне задают вопросы. До пенсии 2 года, взнос, имеется в виду пенсионное отчисление, 20 тысяч тенге, и тогда социальное отчисление 7 тысяч. Нормально или нет? Ответ неверно. Почему? Если обязательный пенсионный взнос 20 тысяч тенге, тогда социальное должно быть 6300. Переплачивать лишние деньги нельзя. Почему так считается? Вот у меня есть таблица по расчету декретом, но неважно. Смотрите, если я вношу вот 7 тысяч тенге, да, тогда эта зарплата 222 тысячи 222 тенге. Понимаете? Тогда пенсионное отчисление должно быть 22 тысячи 222. Понимаете? Как это работает? Вот смотрите, если у нас заработная плата, если зарплата у нас 200 тысяч, вот, 200 тысяч, да, пенсионное отчисление у нас умножить на 1, это 20 тысяч, это 20 тысяч. Значит, что мы должны сделать? 200 тысяч минус 20 тысяч. Это пенсионные взносы, с которых социальные отчисления не берутся. И вот со 180 тысяч умножаем на 3,5%. 3,5%. Да, и получается, видите, 6300. 6300. У меня просто таблица, она ну, сделана, чтобы считать проще. Поэтому верный ответ вот такой. Если вы платите пенсионное отчисление 20 тысяч тенге, тогда социальное отчисление 6300. Почему? Потому что пенсионное отчисление социальными отчислениями не, на них не начисляет социальное отчисление. Понимаете? Поэтому всегда, когда вот, вы говорите 20 тысяч и к этой сумме применяете 3,5%, неверно. Только за минус от пенсионного отчисления. Поэтому если перечисляете пенсионное отчисление 20 тысяч тенге, социальное отчисление 6300. Я на своем телеграм-канале выкладывал вот эту таблицу, где можно считать социальное отчисление. Вот это можно так сделать. Если кому интересно, вот у меня есть таблица минимум-максимум. Вот здесь у нас есть доходы, да. Если хотите, я могу добавить еще вот такую колонку социальное отчисление, где будете вносить, например, 15 тысяч тенге пенсионных отчислений. Будет автоматически считаться вам, сколько социальное отчисление должны быть. Кому интересно, могу это сделать, такую таблицу обновить. Кому интересно. Если интересно такое, я могу это сделать. Кто у меня уже до этого купил таблицу, можете мне на WhatsApp написать. Я вам такую таблицу вместе с социальными отчислениями добавлю. Здесь формула очень простая. Пенсионное отчисление умножается не на 10, а на 9. То есть за минусом уже вот эти 10% умножается на 3,5%. Считается очень просто. Кому интересно, пишите мне на WhatsApp. Отправлю такую таблицу. Для новеньких вот эта таблица стоит 1000 рублей или 200 1000 тенге или 200 рублей. Здесь напомню, есть еще возможность посчитать, какая будет выплата у вас при наличии пенсионных накоплений. Например, если у человека 20 тысяч тенге, видите, она считается, то это 200. Если здесь у нас 20 тысяч тенге, вот, видите, она считается автоматически. Если у вас небольшая сумма, 1500, да, то будет выводиться минимальная сумма. И сразу срок выплаты 4 года, 4 месяца, например, если 1500 тенге. Так что вот ответ вам по какие социальные отчисления. Кому нужна таблица, пишите на WhatsApp, отправлю вам эту таблицу.